Здравствуйте, в студии дня Андрей Фефелов, ваш покорный слуга. Рядом со мной Дмитрий Перетолчин, писатель, историк. Дмитрий, такой вопрос любопытный, он многих интересует. Вот всем известно, что, стало уже известно в последнее время, что так называемый правый сектор – это такая радикальная укронационалистическая организация, которая составляет костяк вот этого Майдана вооруженного. Этот правый сектор финансировал украинский олигарх Беня Коломойский. И это такой региональный, конечно, олигарх, он не мировой, но тем не менее он известного этнического происхождения, он еврей. И мы видим, как вот это вот странное сопряжение фактически фашистов, антисемитов зверских, так сказать, каких-то вот крайне правых и еврейских денег. Насколько я понимаю, за этим стоит некая традиция. Кстати, говорят, что и Майдан тоже финансировался из частных банков, что и Ротшильд приложил руку. Вообще, насколько это так вот органично? Мне кажется, здесь есть определенное противоречие. Как, почему своих таких потенциальных палачей финансируют еврейство? Мне кажется, у вас концепция истории во многом, которая подавалась, она несколько неточную призму берет для рассмотрения проблематики. То есть есть книга, например, Джозефа Фаррелла, она называется «Интернациональный нацизм», то есть где вполне доказательно показывается, что нацизм не был нацистским. То есть никогда, при том, что они очень активно педалят вот эту тему национальной идеи, он никогда не был национальным, он всегда был космополитичным достаточно. То есть это такое дышло, которое вертелось например, то есть выходит знаменитая книга Геринга там «Унтерменш». Она начинается со слов: финно-угорские там недочеловеки, Финляндия уже как бы находится в союзе с Германией, то есть тираж стараются не допустить. Uh-huh. То есть японцы, это желтая страшная раса, подписывается антикоминтерновский этот акт, они вдруг становятся, все видят в друг друге эрзац арийцев каких-то там непонятных. То есть все это крутилось и разворачивалось. То есть, с одной стороны, Гиммлер, да, это же на самом деле он, по большей части, сторонник вот именно вот этих идей. Но именно в его ведомстве появляются батальоны, там, туркменские СС. То есть, индийские легионы совсем никак не ложатся в эту концепцию. То есть, на самом деле, говорится о том, что там фашистская идея, она как национальная или националистическая. Мне кажется, она не расовая, не национальная, не националистическая. Это все обслуживает некие другие интересы. Это просто не там ось истории, на самом деле, одета. Соответственно, на Украине ровно то же самое. Это абсолютно такой искусственный продукт, в котором, конечно же, педалится тема там национальной, да, то есть, которые искусственно вырастили эту национальность. Теперь ее еще искусственно делают ущемленной, чтобы у нее была вот эта боль. Да, да. Как бы это, на самом деле, это настолько все пошло, этому очень много лет. Я как-то один же раз упоминал, то есть был довольно известный историк, действительно очень известный, Мир Чулиада, у которого есть книга, называется «История религий», где он описывает в том числе египетскую религиозную мысль. Так вот, в Древнем Египте, по-моему, 108-я страница его книги, первого тома. То есть египетские жрецы, они изобрели такую вещь, что души египтян – это какие-то правильные человеческие души, а души остальных, там, они подобны душам животных. Вот все вот эти идеи, им уже 100 лет в обед. Они не новые все. Эта технология настолько уже, отточенная, что на нее, я не знаю, как они на нее купились. Это вот из-за ограниченности сознания может только произойти. Но это целый проект, это же много лет выращивалось, это вдалбливалось, это работа пропаганды, работа неких таких «светочей», в кавычках, так сказать, или «темничей», которые все это дело продвигали. Но другое дело, что по-прежнему остается вот такая интересная загадка. Все-таки крупные банкирские дома еврейские, насколько они были связаны структурно, например, с Третьим Рейхом. Потому что эта тема, я знаю, поднималась, она известна, так сказать, в литературе, но она всегда не давала какого-то идеологического такого ответа на этот вопрос. Она на самом деле очень сложная и неоднозначная, потому что ведь понятно, что есть две точки зрения, что
так называемые ревизионисты находят концы, и как бы сторонники, скажем так, общепринятой теории ее отвергают. На самом деле надо смотреть... Это о Холокосте, да, собственно говоря? Речь идет вообще о том, что происходило в Третьем Рейхе, какие отношения, например, между евреями и Третьим Рейхом в принципе существовали. То есть, если говорить об экономике, то там все не так однозначно. То есть, реализация предприятий, которая проходила, это не просто отбор имущества у евреев, это отбор имущества у определенных евреев. То есть, потому что это предприятия, которые входили, скажем так, в группу Ротшильдов. Не все же далеко предприятия отбирались. То есть, если вы начнете смотреть, изучать, тут была банковская группа у Бормана. Борман занимался банками. Там были еврейские банки даже в 1944 году, которые преспокойно работали. То есть, если у одних, то, например, там чешские, австрийские активы Ротшильдов были ариизированы, это действительно так. Но причем их, опять же, не просто отбирали. То есть, если я не ошибаюсь, завод «Шкода», его стоимость должны были погасить в течение 25 лет. Uh-huh. То есть, его не совсем отобрали, его выкупили со сроком гашения. То были банки, которые совершенно спокойно работали. Были, например, «Оппенгеймер», человек такой, который работал на Дальнем Востоке. Он же, кстати, автор вот этой «Мусульманской дуги». Совершенно спокойно весь Третий Рейх, он проводил выставки, посвященные там Ассирии и Ближнему Востоку. И банк у него работал, Солопингейм. То есть были банки, которые были закрыты, как Мендельсон, и больше не открылись. Но это не так однозначно. То есть это надо смотреть не на просто, принадлежат ли они к еврейским группам или не принадлежат. Каким конкретно? Почему? Потому что очень большое подозрение, что вся Вторая мировая война – это в большей степени противостояние двух центров. То есть двух центров производства денег. То есть золотого стандарта из так называемого лондонского клуба, который вокруг него, и их, как правило, ассоциируют с Ротшильдами. Почему? Ну, потому что это одна из ведущих фамилий и известная фамилия. Так проще всего идентифицировать вот этот лондонский банкирский клуб. И второй – это Соединенные Штаты, это ФРС. Потому что очевидно, что они в каком-то месте после Первой мировой войны не договорились. Вот во время Версальской конференции конкретно. Потому что с идеей Лиги наций приехала Соединенные Штаты, и они же сами туда и не пошли, в Лигу наций. То есть что? То есть советская энциклопедия говорит, ну они не договорились о разделе колоний. Там, стоп, какие колонии у Соединенных Штатов? Но потом говорят, ну хорошо, они не договорились о разделе рынков. То есть на самом деле, я так подозреваю, что они не совсем договорились о том, каким образом все-таки, кто станет эквивалентом денежным. Примерно так. Ну то есть получается, что... Все колоссальные идеологические и военные противостояния Второй мировой войны, они являются проекцией вот этого конфликта? Они оформлены как идеологические. На самом деле, я же говорил, что там от идеологии все это такое дышло, которое в нужный момент разворачивается в нужную сторону. То есть, этому достаточно много примеров, как я уже перечислял, с фашистским интернационалом, который достаточно космополитичен. Ну и нужно смотреть на последовательность, на всего остального. Ведь что важно, что Гитлер не просто нападал на страны или осуществлял агрессию в адрес каких стран, то есть и у них в обязательном порядке изымались золотые запасы этих стран. И они куда-то уходили, то есть в Банк международных расчетов. Это происходило довольно долго. Банк создавался после Первой мировой войны. Самым интересным фактом, что как бы, Гитлер, он же на самом деле это либеральный интеллигент, это художник, как бы верящий в частную инициативу. То есть достаточно выступлений посмотреть. То есть они, там ничего социалистического в них нет даже близко. Вот опять же, идеология называется социалистическая, социализм там закончился вместе со Штрассерами. Хотя я не уверен, что они тоже были социалистами реальными. То есть это либеральный политик. То есть он всем нравился абсолютно до 1938 года. То есть в 1938 году происходит резкий разворот, на него осуществляется первое покушение, в следующем году второе. Вот какие события здесь происходят, на мой взгляд, важные. В 1937 году порваны отношения, официально, по крайней мере, то есть не порваны, точнее, отношения, они выходят из-под контроля, не позволяют Банку международных расчетов
официально запрещают, как бы контролируют банковскую систему Германии. Это первый шаг, 1937 год. Уже через год на Гитлера осуществляет покушение. А в 1939 году он увольняет Ялмара Шахта и становится сам главой Центробанка. То есть это вот окончательно, я думаю, когда он перестал быть для них правильным и так далее. То есть вот эта идеология, это уже то, что нужно для работы с массами. Ведь там мозги промывали, наверное, украинцам, я думаю, похлеще, конечно, промывают сейчас, но там, там же за счет математики в школах вводилась там расовая теория. То есть никаких предметов, при этом написанных учебных программ не было, все это делалось на коленке. Детей в истерику довели до того, что они себе передегидрировали волосы там, в светлые тона и так далее. То есть это работа, да. Человек очень легко загнать, то есть довести до истерики. Этих тоже доведут, они будут скакать, что угодно делать. Но вот этот вот феномен такого укронацизма, да, он действительно носит характер такой несколько неожиданный, по сути. Да, очень неожиданный, только у них первым делом забрали газотранспортную систему. Вот так очень, да, все неожиданно, пока они скачут. Ну, кстати говоря, вот эта вот тема газотранспортной системы, тема украинского фашизма, я недавно здесь в этой студии говорил с профессором Геренком, русским философом, и он мне в кулуарах сказал, что это, конечно, выражение вот этого тотального какого-то неприятия всего, что существует, это приобретает какие-то, может быть, уродливые, страшные формы, но так или иначе тема города и деревни, она тоже очень сильно проявлена вот на Майдане, потому что деревенские вот эти жители, которые, значит, не понимают, что происходит вокруг, этот новый, этот капиталистический мир, который их пытается переварить, и так или иначе они приехали на этот Майдан и выражают себя в категории вот этого нацизма украинского. И, конечно же, газотранспортная система для них является вещью чуждой, страшной и непонятной. Непонятной, и главное, что опасной, потому что через них нее... ее и не будет больше, чтобы они не ломались над этим голову. Им дадут простые программы, понятные для них, то есть нормы ГТО. Прыжки на площади. Ну, готово пока они у нас. Там, они говорят, там уже разбивают огороды на Крещатике. Да, там есть свинарник, там есть огород. Но здесь вопрос в другом. Все-таки вот эти вот центры силы, которые существуют, которые влияют на ситуацию, допустим, в отдельно взятой стране. Все мы говорим о Госдепе, о, так сказать, влиянии американских структур, ЦРУ и так далее. Но существует еще пара структур, существуют еще как бы те центры, которые напрямую не ассоциируются с государством США, допустим. Да? Ведь, скажем так, как вот разделить эти два направления? Есть такой небезызвестный человек, Колин Даллас. Он написал книгу, она называется «Искусство разведки». Вот буквально в первой же главе, попробую сейчас почти дословно привести, он пишет о том, что наиболее развитые разведструктуры не принадлежали государству, не принадлежали банковскому сектору, как то Фуггерам или Ротшильдам в XIX веке. То есть я так понимаю, что если у Ротшильдов были наиболее развитые разведструктуры, то никаких оснований ни в 20-м, ни в 21-м веке да, избавиться от них у них не было. Логично, что если вы кредитуете государство для ведения войн, то вы должны как минимум понимать, что вам государство эти деньги вернет. Это опять не моя мысль, это тоже мысль одного из испанских исследователей. Соответственно, вы всегда должны придерживать в государстве кого-то, кто будет гарантировать вам возврат как бы, того кредита, который вы даете для ведения военных действий. А это, собственно, основной бизнес, на самом деле, был кредитовать именно страны под войны, продавать бонды военные, так называемые. То есть логично, что это система лобби, что это работа с элитой. Вот никого же не удивляет, что во время Второй мировой войны практически все европейские правительства в изгнание, местом изгнания для себя выбрали именно Лондон. То есть, это, я же говорю, этот лондонский клуб на самом деле. То есть туда уехали Вильгельмины из Нидерландов, король Норвегии. Бельгийский король не поехал, так его потом объявили коллаборационистом и его отказали в престоле. То есть, вот, как бы, не, правда, не пишут, кто отказал, то есть, по чьему разрешению он получает престол. Там жила греческая принцесса, в греческой семье вообще говорили на английском. То есть, там же были югославы.
Но это очень сложная структура. Вот если говорить о том, что как бы, тайное и явное, вот я сейчас проведу три цитаты по Югославии. То есть первый — это английский исследователь Ричард Вест. Он пишет о том, что в партизанах Тита, то есть были британские агенты, которые ходили в национальных костюмах, говорили по-сербски, но не скрывали, что они британские агенты. То есть есть отличная книга исследователя Тимофеева «Русский фактор», касаемая именно войны, точнее Югославии и партизанского движения в период войны. Там он отмечает следующий интересный факт. Это были сербы этнические, набранные в Канаде, то есть, естественно, они говорили по-сербски, это логично. То есть они постоянно находились в партизанском движении Тита и после окончания Второй мировой войны предпочли не уезжать, остаться, и, будучи партизанами, будучи героями, они заняли высокие государственные должности и добились карьерных успехов. Это вторая цитата. Третья цитата – это Елена Пономарева, которая описывает Балканы. Она исследователь именно по Балканам. Она пишет, что очень странно, что прецедент Косово появился, по сути, был сделан руками сербского правительства, потому что оно намеренно запретило туда заезжать сербам и стало всячески способствовать заезду албанцев. То есть, по сути, говорит, она создала вот эту бомбу замедленного действия собственными руками. Как так? Но вот если вот эти три цитаты выставить, то, может быть, оно тогда и сложится. Как? Вот это как раз то, о чем вы говорите, о тех всевозможных, скажем, подковерных каких-то вещей. Мне кажется, это надо учитывать сегодняшней российской власти. Вот эти вот сложные встроенные структуры, которые существуют, очевидно, и внутри России. Это надо изучать, потому что это как бы такое табу для официальной истории. То есть я не представляю, чем у нас занимаются официальные историки. То есть в период психоисторической войны. То есть в Англии нет же никаких британских независимых ученых. То есть там был дедушка, который, не помню, как его зовут, он, в общем, выяснил, что Эдуард VIII, оказывается, сотрудничал с фашистами. То есть, оказывается, нашел такие документы. Он стал писать об этом книгу, он ее дописать не успел, на него королевская прокуратура завела дело. Его не посадили только по одной причине, ему больше 80 лет было. Решили, что он сумасшедший, его как бы не стали сажать. Это очень строго за этим следят. Спасибо большое, Дмитрий. Пожалуйста. Это очень интересно. Спасибо.